Здорово, у микрофона Мелчик. В данном видеоролике я расскажу и покажу, как же правильно соединить пути и сделать перед ним стрелку. Давайте же мы начнем, но перед этим не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, какое следующее видео мне заснять. Ну, а теперь давайте же начнем. Погнали! Нам нужно, получается, иметь при себе маркер. Ссылка на ролик, как скачать мод Real Train Mod, будет в описании или вот по подсказке в правом верхнем углу. Включайте обязательно ролик, если у вас не установлен этот мод. Скачивайте все, как я сказал, и берете отсюда маркер, и отсюда вот лом берете. Ну и отсюда можете поезд взять какой-нибудь. И дальше. Так, берем маркер. Ставим вот сюда. А, еще, кстати, я маркер забыл еще. Вот этот маркер-переключатель берем. Именно который вот так стоит. Не вот такой, а вот такой. Потому что это будет действовать по диагонали. Итак, берем, ставим сюда красный маркер. Потом ставим, допустим, на 20 метров. Ставим вот сюда вот так. Синий маркер. Потом, допустим, расстояние у нас будет... Допустим, у нас будет расстояние, так, раз, два, три блока, допустим. Ставим сюда красный. У нас получается вот такая конструкция. Мы снова берем, подходим к этому нашему синему, получается, маркеру. И просто рукой кликаем правой кнопкой мыши, кликаем по этому синему маркеру. У нас получается вот такой путь. Вот такой вот прям путь у нас получается. И вы можете поезд загнать вот сюда или вот сюда дальше. Я вам, если что, потом покажу, как здесь стрелку переводить. Итак, это у нас первый пример простой, как мы можем заметить, вот так у нас поезда могут ехать. То есть на первый путь и на второй путь. Дальше. Покажу вам еще один пример, состоящий из всех синих маркеров. Прям из всех. Это то есть нам надо получиться 20 метров снова. Оп. Так, и получается... Так, так, так. И расстояние тоже возьмем 3 блока. Раз, два, три. И кликаем, получается, по вот этому снова. А, и вот эту добавляем. Забыл. Так, раз, два, три. И вот так кликаем. И у нас получается вот такая конструкция. То есть такой сложный переезд, так сказать. То есть у нас получается вот такая простенькая, состоящая из первого и второго пути. И здесь, состоящая тоже из первого и второго пути, но здесь есть пересечение, куда выезд можно. Ну, уехать, короче, в разные стороны. Допустим, в тупик тот же самый, или наоборот, на дорогу. Итак, все, я, значит, построил вот такую конструкцию, состоящую из первого пути и второго пути. И сейчас давайте же мы поставим поезд и давайте мы его поставим примерно вот сюда. Так, давайте мы его сюда поставим, через 4 возьмем. И смотрите, какую нужно конструкцию сделать, чтобы для того, чтобы нам перевести стрелки. Сейчас я вначале для этого выключу все вот это. Так, здесь у меня нет. Вот это надо тоже выключить. И вот это надо выключить. Это я потом вам объясню, когда поезд у меня вот туда приедет. Так, садимся в поезд. И отправляемся. Так, ждем, пока мы приедем вот на ту сторону. Так. Объезжаем вот этот блок. И можем тормозить. Так, все. Выходим из поезда. Он пока не нужен. И смотрите, короче, я вам сейчас показываю. Короче, вам нужно сейчас будет сделать, после того, как вы построили вот такую конструкцию, как у меня показано на видео, вы должны, после, как вы увидите, то, что у вас вот такой промежуток есть, ну, типа, рельса выходит вот так, ну, или у вас в другую сторону будет, вы должны еще один блок отступить. И то есть, вот, я раньше делал, и у меня из-за этого не получилось. И вот сюда я поставил на еще на один блок, и у меня получилось, смотрите. Я ставлю сюда, получается, вы берете, ломаете вот эти блоки после вот этой
рельсы, вот как у вас тут заканчивается, еще один блок, вот получается отступаете, ломаете здесь два блока и посередине ставите камень, то есть еще третий блок ломаете, чтобы он должен быть вот тут вот. Здесь вам ничего не нужно на самом-то деле делать, вам нужно сначала только с этой стороны сделать и все. Дальше мы переходим вот сюда. Как вы можете заметить, у нас есть такой поворот. И вот он у нас, получается, соединяет, типа, вот два пути. И вот. И, короче, вам нужно вот здесь отступить тоже. Как вы можете заметить, вот такой поворот у нас заканчивается. И вот, вот где-то вот тут. Это примерно от вот этих блоков. Давайте я даже считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. До 18 блока вы ставите от вот от прошлого. Вы ставите точно так же. Вы ставите, ломаете здесь все. Ну, вот этот, вот это все. И получается землю, которая у вас будет. И просто сюда ставите, получается, камень. Вот, вот снова сюда. И здесь, с этой же стороны, точно так же. Потом это все это. Все включаете. И тут, и там. Проверьте, чтобы здесь все работало. И вот здесь тоже. Все. И теперь у нас стрелка переведена. У нас этот путь активен стал. Сядем в поезд и прокатимся. Да. Все. Мы переставили, получается, ЧС-4Т на вот сюда, на этот путь. Вот, вот так вот можно и переводить пути при помощи этого. И также вы можете попробовать с этой стороны, но я уж не стал делать. Тут, типа, но он не рабочий путь. Точно так же вы должны сделать, как и там. То есть, прям противоположно. Типа, вот здесь вы отступите, тоже один блок. Снова так же делаете. Ну, у меня вот здесь правильно, да. Но только я вот тут еще не сделал. И 18 блоков примерно отступите, чтобы сделать снова рычаги поставить сюда. И все, и готово. Ну, я надеюсь, вам понравился этот ролик. Вы поставите лайк, подпишитесь на канал. И оставите комментарий, как вам этот ролик. И какие ролики вы еще хотите видеть по Майнкрафту там или еще по какой-то игре. Пишите обязательно. Я читаю, лайкаю и даже отвечаю. Всем удачи. Всем пока.